Гордили и плохая, злая, как все ведьмы и мачехи из сказок. Она плохая. А почему такая красивая девочка должна грустить из-за злой колдуньи? А ты кто такая? Твоя новая подруга. Я знаю, ты играешь в злую колдунью Вики. Я тоже буду с тобой играть. Я буду твоей доброй феей. Согласна? Что случилось? Ничего. Говори тише. Это главное. Что случилось? Нас могут подслушать. Кто нас может подслушать? Ты готова к сюрпризу? Да, сюрприз — это ты. Тогда приготовь зубную щетку и паспорт. Что ты хочешь этим сказать? Завтра мы улетаем в Нью-Йорк. Что? Да. И знай, никто нам не помешает уехать завтра. Ясно? Свадебное путешествие? Да. Хулио, я люблю тебя. Ты помнишь сказку о Золушке? Там было три сестры, две из них были очень-очень плохие, а одна хорошая. Да. Вот и у нас то же самое. С одной только разницей. Две сестры хорошие, а одна плохая. Отгадай, кто? Вики была плохая. Вернее, она и сейчас плохая. Когда мы были маленькими, она прятала игрушки, озорничала, а всю вину сваливала на нас. Мой папа всегда ругал меня, а не ее. А мой папа ее любит. И не хочет верить, что Вики плохая. Успокойся. Рано или поздно твой папа все поймет. Мы с тобой будем заговорщицами. Мы победим и не грусти. Мы будем есть мороженое, горячие бутерброды, гулять. Хорошо? Я Мария Лаура Андуэса. Но ты можешь звать меня, если хочешь, тетя Лаура. Договорились? Договорились, тетя Лаура.